Фильм «Азра» оказался весьма ожидаемым у саранской публики. И неудивительно, ведь это первая лента на ирзянском языке. Режиссер картины Виктор Чичайкин, автор сценария Александр Учваткин, который с родным языком связал всю свою жизнь. Он преподает его в средней школе. За четверть часа до премьеры в драмтеатре царит аншлаг. Я сама по национальности ирзянка, и фильм мне интересен в первую очередь, потому что там непосредственное участие принял мой папа. И поэтому я очень жду премьеры этого фильма, и она интересна даже в том случае, когда это первый фильм, снятый на мордовском языке. Это, в принципе, сенсация. Родные и близкие, те, кто работал над фильмом, пришли их поддержать. Так, например, мама Александра Учваткина незадолго до премьеры волнуется и переживает едва ли не больше, чем сын. Она признается, что любовь к родному языку и краю живет в Александре с самых малых лет. С детства он всегда любил свой край, все время на рыбалку, на природу. Вот. Все время трудился и в поле, и все. Все хозяйство. Все началось с народных мордовских напевов. Родные сердцу звуки национальной музыки зрительный зал приветствовал стоя. Перед началом просмотра создатели картины поприветствовали всех собравшихся и рассказали о том, как проходил съемочный процесс. Вдохновлялись историей родного края. В фильме рассказывается о реальных исторических событиях. Съемки происходили, разумеется, на просторах нашей республики. За главную роль в картине исполнил актер Павел Михайлов. Он признался, что во время работы над фильмом возникало немало трудностей, так как работали в большинстве своем по наитию, но результатом остались довольны. Мы не знали вот так вот на 100%, как это делается, потому что у нас не было никаких там ассистентов, специально обученных людей. То есть, хорошо, я актер с профессиональным образованием, режиссер Виктор Чичайкин, он тоже, у него есть актерское образование и понимание этого процесса. И вот где-то откуда-то что-то услышали, где-то подсмотрели, то есть мы рождали все это. И вот это, наверное, было самым сложным. Не вхождение в образ, не выучить текст там, каких-то диалогов, монологов, а вот именно сам съемочный процесс. После премьеры в Саранске «Азар» отправится покорять зарубежного зрителя. Ленту покажут в Финляндии с субтитрами на финском языке, затем в Эстонии. Также фильм переведут и на русский язык. Ирина Семенова, Александр Гурьянов. Народные новости.